вообще просто найти человека, говорящего по-английски здесь, это как вот с фонарем днем. Ты ребенка оставил, что ты за отец? Я достоин самого лучшего. Слушайте, дед, куда ты ездишь туда-сюда, ну? Ну, вообще, сегодня у меня хорошее настроение, потому что наконец-то пришли две женщины. Одна из них меня уже такая приметила, такая блондиночка. Мой самый нелюбимый торт, кстати, я ненавижу. Хавьер скрывает налоги. Как-то я всегда без восторга как-то относился к испанскому языку. Жду ваших оценок кондитерскому искусству в Ля Линее. Посмотрите, пожалуйста, дорогие дамы и господа, как вам нравится такое. Это такая кондитерия. Ой! Надо было пропустить дедушку на колясочке. Я тут стою, для вас снимаю. Кондитерия называется ОК. А это такая сетевая, вы знаете, там сети такие кондитерии. Мне, конечно, вот это очень как-то... Я бы вот такой вот попробовал бы. Это какие-то засахаренные, наверное, груши, мандаринки. Может быть, это персик какой-нибудь или что-то. Это, наверное, дыня вообще. Но выглядит очень неаппетитно, скажите. Просто ужасно. Ну, тортики так себе. Ну, как бы, ну чё, не страшно, правда? Ну чё, нормальный торт. Слушайте, дед, куда ты ездишь туда-сюда, ну? Не видишь, снимаю. Нет, уже в одном направлении. Так, захер. Нахер. Мой самый нелюбимый торт, кстати. Я ненавижу захер. Никогда мне захер не дарите. Так. Ну это вот, может быть, это какой-нибудь Шварцвальд. Ну, чизкейк так ничего выглядит. Да, вот это вот просто ужасная какая-то. Рыбка. Это рыбка, ребята. Акула шоколадная. Это вельветовый, наверное. Да, Red Velvet. Red Velvet. Ну, с декорациями у них, конечно, не очень. Бизе, посмотрите. Что вы думаете? Что вы думаете? Какой бы вы выбрали? Напишите мне в комментариях. Если бы вообще выбрали. Я всегда на них смотрю и думаю, почему они всегда сидят и только кофе пьют. Думаю, посмотрю. Смотрю меню, друзья. Давайте меню посмотрим в Ля Линее. Вот что вот это такое, я не знаю. Десайюньо. Какие-то, может быть, тостики, наверное. Бутербродики. Ну, посмотрите на кофе. Сколько, какой огромный выбор, какие цены. Ну, не диво, что они тут сидят и только кофе пьют. Да, когда я в последний раз видел уже, не знаю, какой-нибудь капучино за 2 евро, а то и вообще за евро 70. Капучино итальяно. И все чаи за 2,20. Ну вот. Смотрите, что... Да, чай тут дороже, чем кофе. Чай дороже, чем кофе. Что со второй стороны? А, алкоголь. Ну, слушайте, весь алкоголь до 5 евро. Тут можно спиться. Как вам цены в Ля Линее? Давайте уже, приезжайте. Стою в местный отдел связи с девушкой. Сейчас 17:29, а они открываются в 17:30. Вот они там все сидят, видите, и ждут. Еще минуту мы должны постоять на очереди на улице, чтобы открылась магическая дверь, чтобы мы могли потратить у них денежки. Такие вот работники. Ура, друзья! Я спешу поделиться с вами прекраснейшей, чудеснейшей новостью. Наконец-то я купил ее. Что вы думаете, что это такое? Что купил ваш любимый блогер?
что же он приобрел, что сделает его жизнь такой счастливой. Ура! Это кофемашина. А вы что подумали? Что вы подумали? Фильтр кофемашины. Сейчас мы полчаса, наверное, искали фильтр к этой кофемашине, потому что он оказался почему-то там, где продавались такие кофемашины, которые, знаете, когда ставишь на плиту, они так закипают и так... Вот, я не знаю, зачем эти кофемашины, то есть, ну, с кофе же надо их поставить, либо с этими машинами. Ну ладно, это их логика, не будем вмешиваться. Я не люблю кофе вот из этих автоматов всех. Мой самый любимый кофе это вот из фильтра. Но вопрос даже не об этом, а вопрос о том, как вы думаете, сколько же стоит вот такая вот миниатюрная, правда, тефалевская кофемашина. Пишите ваши комментарии, как вы думаете, за сколько ваш любимый блогер приобрел эту кофемашину. Но я рад, что я ее приобрел. Наконец-то я смогу по утрам пить нормальный кофе, а не заваривать его в хавьеровских старых каких-то этих кастрюльках, половничках и так далее. Что это такое? Это недостойно меня. Я достоин только лучшего. Да, говорите себе каждый день. Поняли? Я достоин самого лучшего. Я достойна самого лучшего. Это очень важно себе говорить такие слова. Вы прямо проснулись, подходите там к зеркалу, чистить зубы, говорите, я достоин самого лучшего. Ну, а вы знаете, что я не люблю стоять в эти кассы обычные. Я всегда иду в кассу самообслуживания. Там всегда работают две женщины. Одна из них меня уже такая приметила, такая блондиночка. Потому что иногда в эту кассу тоже стоит очередь. Там только, там, по-моему, 6 касс. И не только какие-то из них работают с наличкой. Cash. Они говорят здесь cash. Не cash, а cash. И она такая смотрит. Ну, там стояла очередь. И такая она меня, так, проходи, проходи, я знаю, что ты расплачиваешься карточкой. А остальные кашем расплачиваются. Ну, значит, здесь зарплаты в конвертах. Если расплачиваются кашем, значит, зарплаты в конвертах. Значит, никто не хочет платить налоги. Ну, наш Хавьер, это прекрасный пример, что там далеко ходить. Хавьер скрывает налоги. Он же скрывает, что ему сколько, 5 человек платит кашем. Я сейчас буду тоже говорить каш, не кэш, а каш. Вот, так что мы с Хавьерушкой, знаете, повязаны. Он меня никуда не выкинет. Я ему тоже могу предъявить там. Каш, каш. Кстати, у них здесь очень сильный диалект. У Хавьера и у Марии нет такого диалекта. Они все-таки из Мадрида. Ну, а в столице всегда более чистый язык, правда? А здесь они говорят просто ужасно. Я вообще... Ну, я вообще никогда не любил испанский язык. Как-то я всегда без восторга как-то относился к испанскому языку. Вот. А сейчас мне вообще он так не нравится еще больше, потому что здесь у них, оказывается, есть переднеязычный звук, как в английском все. Вот это thank you, да? По-английски вот у них тоже есть вот этот звук «с». И вот они вот все это... Вот между собой, знаете, ну я же слушаю, что там они там как разговаривают между собой, там пока я жду что-то... Ну вообще сегодня у меня хорошее настроение, потому что наконец-то пришли бумаги, которые я очень долго ждал. И... Они для нас с вами открывают новые возможности, новые двери, так скажем. Но об этом чуть-чуть попозже. Я вам, конечно же, покажу и расскажу. Поэтому можете предварительно за меня порадоваться. Ну а что это за бумажечки, я вам расскажу буквально через несколько дней. Вот тут клуб по интересам, играет на гитаре, слышите?
Варвара. Ага. О, ля. Точно как Би-2 играют. Ну что ты, Варвара? Ого. Ага. Вот тоже про одну кассиршу вот на этих кассах самообслуживания я вам рассказал. А другая, заткнись. Что другая... Вот удивительно. Удивительно. Тут никто по-английски. Никто просто. Вот подходишь к кому-то, do you speak English? Вообще просто. Найти человека, говорящего по-английски здесь, это как вот с фонарем днем. А на этой кассе самообслуживания другая такая по-английски со мной. Do you have bag? Такая. Я говорю, yes, of course I have bag. Do you want to pay with the card? Please insert it here and press your PIN code. Я такой смотрю просто, думаю, вау. А человек работает на кассах самообслуживания. Думаю, с таким знанием языка тебе надо переводчиком здесь быть в Испании. О, видите, райончик вам свой показываю, как вам, давайте пишите там комментарии. Что за убогость, Феликс, когда ты нас вывезешь из этого ужаса? Мы не можем больше смотреть на Линею. Линея, бусты. Ребята, все будет хорошо, я вам обещаю. Ваш любимый блогер в беде не останется. Зая, папа пришел. Вау! Вау! Ну что ты трешься от них? Грязные. Скучал. Скучал? Скучал, я моя зая, скучал. Папа ушел на целые 2 часа. Да, скажи, негодяй, как ты мог? Спал. Спал, только что проснулся, видно. Да, ой, как нехорошо, аж я ушел. Ладно, давайте откроем. Блондиночка, кстати, такая подошла ко мне, говорит, взяла чек, говорит, так, возьми обязательно чек, гарантия. Я такая позаботилась обо мне, видите, чтобы... Да, кстати, надо чек что-то сохранять. Ну что там такое? Что за капризы такие? Папа пришел. Ну, как ты себя ведешь? Как подписчики, что они, какие комментарии сейчас напишут, что ребенка оставил? Что ты за отец? Да на тебя надо в суд, правда. Да. Ну мы целый день были с тобой вместе. Целый день ты спал. И ночь всю спал. Я так спал с утра, вообще не мог проснуться. Он игрался с утра. Я даже не слышу. Что я просыпаюсь просто, знаете, в этих, весь в игрушках. Так, ну что, вы рады? Вы рады за любимого блогера? Ну конечно вы рады. Как вы можете быть не рады? Опа. Извините, все одной рукой для вас. Сейчас распакую, давайте. Вот, посмотрите. По-моему, идеально так вписалось к винчику. Я еще не открывал. Этой штучкой я уже пользовался. Я на Инстаграме выкладывал свой рецепт кофе со льдом. Замороженный такой ледяной кофе, да, освежающий очень в жару. Ну, а сейчас я же буду пить такой нормальный кофе. Сейчас не буду, потому что вечер. А буду завтра с утра. Этот звук, когда кофеёк, такой аромат. Боже, как это классно. Такой домашний филинг сразу даёт. Вот. Ну, давайте, угадывайте, сколько стоила такая кофеварочка фильтра. Купил ещё такой вот селекшн кофе. 2.30, представляете? Дёшево у них тут кофе стоит. Ну и фильтры. Так. Трусишка, иди сюда, трусишка. Трусишка, иди сюда. Трусишка.